Привет, мои хорошие! Покажу вам тюльпанчики здесь. И заодно расскажу о своей проблеме. Я, конечно, виновата сама. Чего уж говорить. Попугайчик. И вот этот мой любимый попугайчик тоже готовится распуститься. Мой самый любимый попугайчик. Зайдем в тепличку и заодно буду рассказывать. Хоть чтобы вам не скучно было. Все, конечно, я это снимала отдельными сюжетами. Хотела скомпоновать для вас нормальное, полноценное видео. Но столкнулась с тем, что в телефоне делала обновление. И что-то, видно, я сделала не так. Вот салатик растет, подрастает. Перчики живы. Что-то сделала, видно, я не так. И у меня, короче, программа для редактирования видео не загружается. То есть она, нет, она загружена на телефон, но не загружается для того, чтобы я могла туда скачать свое видео и отредактировать. Пробовала еще две программы загрузить на телефон. Но что-то они какие-то совсем для меня сложноватые. Да, или я туповатая, не знаю. Или времени просто сейчас некогда мне этим заниматься. Написала вчера поздно вечером службу поддержки вот этой программы Movavi, чтобы помогли разобраться. Но они говорят, мне прислали в ответ письмо, что в связи с коронавирусом у них там трудности, людей мало и так далее, что время ожидания реакции на заявку может быть увеличено. Ну, посмотрим. Пока вернусь к размещению видео, так как я раньше размещала. То есть, поэтому уж простите меня, пожалуйста, будет оно таким немножечко вот скомканным. Хотела показать вам свою пекинскую капусту заодно, раз мы пришли уже в маленькую теплицу. Посмотрите, какая разница. Вот все четыре штуки сажала одинаково. Одинаковые условия, полив и так далее. Но посмотрите, вот это просто смешно, да? Ну, не знаю. С чем это связано? Так, что еще тут интересного у меня есть? Эти замухрышки. Не знаю, наверное, я вас больше не буду сажать вот по краешку. Как-то растут они прям совсем стремнёченько. Так, базиличек. Базиличек. Вот он, базиличек у нас. Надо его немножечко, чтобы не задавливали его другие растения. Надо будет тут немножко навести, конечно, порядочек получше. Базиличек растет себе, вот он, малышок. Все хорошо, все нормально. Вот я оставила один кустик на семена. Очень благодарное растение. Это шпинат. Я рассказывала давно еще, что в том году у меня здесь было посеяно, и они росли. А потом какие-то растения тоже дали семена, бросили и... Ну, или я когда там срывала, уж не знаю. И отсеялись, вот себе прекрасненько растут, и меня радуют. Голос у меня, конечно, не очень веселый. Что-то я подрастроилась, не знаю. Что-то я уже как-то стала прикипать к Ютубу. Прикипать, что я для вас делаю видео. Меня как-то это стало радовать. Вот. И огорчить, что я такая тупица. Что не могу освоить какие-то программы. Для меня они кажутся какими-то замороченными. Что-то куда-то теряется, девается. Не знаю. Плохо признавать, что ты тупик. Ну, тупик он и есть тупик. Так, что-то у меня стрелки какие-то пошли на луке. Наверное, надо его выдирать. Поэтому у меня будет такая вот коротенькая экскурсия. И заодно я с вами поделилась и пожаловалась. Жалко, жалко, жалко. Но... Как помню, в детстве говорили, жалко у пчелки, а пчелка на елке. Ладно, вот муж у меня там косит опять своей шайтан-машиной. Сейчас, может быть, кошмар громкая такая. Кто-то что-то там еще что-то делает. Собирает травку вон в тачанку, в тачку. Я вам просто и про растения. Про некоторые, конечно, снимала кусочками. Но я уже как-то стала приспособилась кусочками. Вот у меня еще такой тюльпашечка. Я вам тоже его показывала. Красотун.
Птички поют, но не очень хорошо слышно, потому что работает шайтан-машина. Ладно, там вдалеке все равно меня слышно не будет. Ну ладно, в общем, это видео кидану напрямую с телефона. Все, до новых встреч. Надеюсь, проблема решится моя. Ну что у нас тут еще раз, уж пока иду. Цветуёчки. Вон газончик у нас подрастает. Пойдем заодно инвалидиков покажу. Все рядом. Все недалеко. Вот они мои инвалидики. Сидят. Ждут. Это что-то вообще никакого росточка. Видно, у него там росточек. Не знаю, что с ним случилось. Но вот, вот этот вот в центре, возможно, от него что-то и будет. Ну ладно, ребята. Зрители мои, подписчики, кто смотрит меня. Может быть, кто-то за меня переживает. Спасибо вам огромное. Мы вместе.